Владимирские работодатели готовы предложить студентам и школьникам более 120 вакансий. В центре занятости населения стартовала ярмарка вакансий для несовершеннолетних от 16 до 17 лет. Более охотно работодатели берут на 16+ возраст. Это менеджеры по продажам, это продавцы на квас, это промоутерские вакансии, расклейка объявлений, шашлычники. Вообще, я бы хотела получить работу какого-то администратора ресторана, там, хостес, типа того. А зарплата, не знаю, 20 тысяч. Для молодежи очень мало работы, и оплачивается она в большинстве своем очень маленькими деньгами, которых ни на что не хватает. А молодежь сейчас очень стремится работать, потому что они хотят быть независимыми от родителей. Мы привели сюда, чтобы посмотреть работы на лето, собственно, подрабатывать. Какие я успела посмотреть, это помощник повара в Бургер Кинге и вот в МТС. Как оператор, так и по продажам, что ли. Работать мы будем все лето. То есть их период работы основной месяц заключается договора. Поэтому у нас все лето будет молодежь, подростки, студенты. Мы всех приглашаем. Работа, ну что ты с ним справишься? Кто обращается на